Зима уже близко. В большинстве районов Приморья уже выпал первый снег, и столбик градусника спустился до минусовой отметки. О том, готова ли администрация Славянки к борьбе со снегом и гололедицей, и не застанет ли первый снег врасплох, расскажем прямо сейчас. Через 2 недели по календарю наступит зима. А вот первые осадки в виде снега могут начаться со дня на день. Как пояснили в администрации, Славянское городское поселение готово встречать первый снег во всеоружии. В начале ноября был объявлен конкурс по содержанию дорог общественного пользования в зимний период. По итогам конкурса в этом году отвечать за уборку снега будет местная подрядная компания. Техника полностью готова, обслужена. Может хоть сегодня приступить к работам. Песок есть, соль также закуплена, уже имеется в наличии. 4 единицы техники, 2 трактора, грейдер и грузовая машина с отвалом. Прошли все технические осмотры и полностью готовы приступить к работам. И у каждой техники будет своя миссия по уборке снега. Сначала, конечно, будет убирать снег, будут проходить средние грейдера, либо это грузовые машины с ковшом, с передним отвалом, ну а за ними следом будут проходить трактора с щетками и разбрасывать песко-соляную смесь. Помимо содержания дорог, подрядная организация будет также нести ответственность и за тротуары общественного пользования. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.